Где он прописан? Здесь вы что делаете? Вы не видите. Я вам задаю вопрос. То, что я вижу или не вижу, я вам задал вопрос. За ребенком. Я вам задал вопрос. Я иду за ребенком. Откуда? У вас Симферопольского шоссе? Нет. Нет, там Симферопольская 2Б. Ну здесь вы что делаете? Живу. По паспорту вы где живете? В Симферопольское шоссе 2Б? Да. Симферопольское 2Б. Ну это где? Это на другой стороне. Ну, вот здесь что вы делаете? А здесь я проживаю. Проживаете? Согласно распоряжению президента, вы насколько должны отходить от дома? Даже с выгулом собаки. Ну расскажите. Ну расскажите, вы же мне сейчас тыкаете распоряжением президента. Я вот вам еще ни разу не тыкнул. Я вам еще ни разу не Ну а зачем вы так говорите, что я плевал на мэра и президента? Потому что так и есть. Вы сейчас утверждаете, что я плевал на мэра и президента? Вы не соблюдаете постановление, которое есть. Нет, подождите, вы говорили, что я плевал на мэра и президента, потому правильно? Что вы так сказали. Я так не говорил. Вы сказали, что Конституция выше президента и выше его указов. Конституция выше президента. И выше его указов и распоряжений, да. Вы не готовы их соблюдать. Президент должен принимать решения согласно Конституции. Вы не готовы выполнять те требования, которые сейчас определил президент России? Присягу. Я вам задал вопрос. Присягу президент принимал на Конституции. Я вам вопрос задал. Вы не готовы, значит, выполнять те требования, которые определил президент России? Я вам такого не говорил. Составляй протокол. Можете снимать. Я буду снимать. Вон, вот товарищ еще снимает на мобильный телефон. Я вам такого не говорил. Составляй протокол. Можете снимать. Я буду снимать, вон, вот товарищ еще снимает на мобильный телефон. А вы кто? Простите, я пожалуйста. Сотрудник полиции. Как я должен об этом узнать? Я вам сказал, кто я. Вам этого достаточно, я старший экипажа. Ну хорошо. Я вам представился и показал удостоверение. Вы показали удостоверение, представились, которое я так и не дочитал. А сотрудник у вас что-то спрашивал? Он меня снимает, я хочу знать, кто это. Я вам задал вопрос. Зачем вы вопрос на вопрос отвечаете? Я вам задал вопрос. Меня снимает какой-то человек на телефон. Я хочу знать, кто он. Я вам сказал, это сотрудник полиции. Хорошо. Кто это за сотрудник? Ну, это собака, куда ему повезет. Я хочу знать, что это за сотрудник полиции. Фамилия, имя, звание. Он к вам подходил? Он меня снимает. Я вам еще раз говорю, он к вам обращался? Если вы знаете закон, вы должны знать. Если сотрудник первый к вам не обращается, он снимает меня, не представляться. Он снимает меня на свой личный телефон. Он его хобби может снимать, как и у вас. Вот вы стоите, снимаете. Ну прикольно, а я не хочу, чтобы он меня снимал. Ну это ваша проблема. Какие мои проблемы? Хотите вы или не хотите? Я запрещаю меня снимать. Я тоже не хочу. А у вас работа какая? Какая? У вас служба, а не работа какая? Да, вы даже не знаете. Ну я, конечно, не знаю. Общественная. Ну, замечательно. И снимать вас имеет право любой. Да, конечно. Да. Да. Что, конечно. Вот вы даже разговаривать не можете. Он также может снимать. Почему? Потому что. Он на службе. А я как гражданин. А вы соблюдаете? Вы передвигаетесь без перчаток, без маски. А вы? Что я? Наборников собаки нет. Вы в масках и в перчатке передвигаетесь? У вас перчатка, тем более. Вы передвигаетесь по улице без намордника. Что? Вы тоже. Выписано, наверное, конечно. А? В отдел, куда мы вот собаку повезем? Я как раз в ту сторону иду. Так, между делом. В отдел? Ну все, значит, доставляю это. Ждем вас в отделе. Паспорт мне верните. Заберете в отделе. Да. А вы имеете право у меня паспорт забирать? Нет. Какое? А давайте на задней странице паспорта почитаем, что вы имеете. Почитайте. Ну вот, возьмите, вот, имею? У вас в руках мой паспорт, я почитайте, что. Я вам задаю вопрос, что я имею? Ну, расскажите мне. Вы не против, если собака назад сядет? Ну, она поместится туда? Поместится, не переживайте. Ну, вы не против, да, что она туда сядет? Ну, хорошо. Единственное, что я не знаю, залезет он туда, полезет или нет. Ну-ка давай. Сади, присаживайтесь туда вместе с собакой, чтобы она нас не укусила. Рэм. Хрен он туда пойдет. Ну ладно, мы пешком дойдем. Ничего страшного. Мы сразу. Ну-ка давай. Вы можете посадить свою собаку. Присаживайтесь, не бойтесь. Ну тогда мы на заднее сиденье вместе с собакой сядем. На заднем сиденье он хотя бы ездил. На заднем сиденье там ездят люди, она испачкает. Там монету за это чехлов мать. Единственное, что я не знаю, залезет он туда, полезет или нет. Ну-ка давай. Сади, присаживайтесь туда вместе с собакой, чтобы она нас не укусила. Рэм.
хрен он туда пойдет. Ну ладно, мы пешком дойдем. Ничего страшного. Мы сразу. Ну-ка давай. Вы не можете посадить свою собаку. Присаживайтесь, не бойтесь. Ну тогда мы на заднее сиденье вместе с собакой сядем. На заднем сиденье он хотя бы ездил. На заднем сиденье там ездят люди, она испачкает. Ну, там нету за это чехлов майк, который можно снять и постирать. Ну превосходно. А в багажнике у меня собака не ездит, потому что он физически не понимает, как это делать. Вы не можете посадить свою собаку в багажник? Не могу. Почему? Ну потому что он там ни разу не ездил, он не знает, вы как не это делать. Вы можете взять на руки вашу собаку? Ну в чем проблема у вас? Я не собираюсь брать его на руки. Он туда просто не пойдет и все. Пойдите вперед. Пойдем. Ну, я думаю, спереди это будет грустно. Давайте мы лучше сядем назад и ну, на заднем сиденье он хотя бы ездил. Собака, чтобы ваша не испачкала сиденье. Ну, а спереди у вас не сиденье? Спереди вы ее посадите между своих ног. Ну, а он сзади, он сзади так же сядет. Я вам тоже про это и сказал. Смотрите, чтобы она не испачкала сиденье. Сзади присаживайтесь оба. Так, сейчас. Юр, давай, да, пролезай. Раем.